За неделю в рамках проведения профилактических мероприятий, объединенных под названием «Автокресло детям», полицейскими было выявлено более 60 фактов нарушения правил перевозки детей. Водители теперь заплатят штраф – 3000 рублей. Полицейские отмечают, что перевозить непристегнутых детей – это подвергать их жизни, здоровью и опасности. Также автолюбителям Сочи раздают тематические листовки по дорожной безопасности, в которых есть информация о всех видах удерживающих устройств для детей.